алейкум, салам алейкум. Сегодня была попытка провести митинг возле торгового центра Жаннур. Задержали, по моим подсчетам, примерно 5-6 человек. Я поинтересовался у господина Малыбаева, почему так жестко задерживают. Он сказал, что всех задерживают мягко и всех их отвезут домой. Сейчас ничего интересного не происходит возле торгового центра Жаннур. Ходят два дезинфектора, поливают асфальт. Из тех, кого я знаю, я видел Саулесу Сейдахметову, ее тоже задержали, но само задержание я не снял. А у меня зафиксировано задержание как минимум 5 или 6 человек. Видео позже выложу в виде ролика. Три эвакуатора. Автобусов много. Перекресток Абая и Валиханова охраняют полицейские и не дают людям проходить через этот перекресток. Напомним, недавно первый замначальника ДВД Астаны, господин Малыбаев, зарегистрировался в Фейсбуке. И там он говорил, что мы будем работать открыто, транспарентно. Сейчас я ему задал вопрос, почему задерживают людей. Он сказал, что никого не задерживают, а что всех отвозят домой. Керемет тұла дегенде қазақтың балаларына дымда жағып келді. Мысалы, аналарға үймен, бүгеден жандарға үймен құқтамасын сүйкен дейін қалады. Содан дейін... Нақытайдың еліңгес сауытына қалғы қосатын ең негізді мақсатын сауыт. Сіз жана итпен шошқан айтып қалдың осы жайлы толығырақ тарқатып бересіз бе? Қандай мағынада айтпыңыз? Мысалға біздің елімізге өткенде көрдіңіздер көп балалар, үйлері жоқ, үйлері жоқ, жаңағы үйлерін тұратын үйлерін көрсетіп жатыр, телевизордан көргенде мен жаным шығып кете жаздады шын айтқан кезде. Сол жаңағы иттерге салынған екі этажды үй, қазақтың тұрып жатқан үйлерін көрдіңіздер ғой, құлақ алдырған үйлерде тұрып жатыр. Жаңағы біздің жерден қаншама қандай жерлер тұрып жатқанда мен айтпасам да сонда ана иттің әрқайсысына дейін полицейский. Жөнім Қышқынбаева Майя Сағынтайқызымын. Осы Астананың тұрғызды тұрғынымын. Майя Сағынтайқызымын. Майя Сағынтайқызы, бір екі сұрақ қойуы болады ма? Қойыңыз? Бүгінгі митингі жайлы қайдан келді? Осы митингде мен жалғыз өзім шыққан сияқтымын деп сөйледім. Мына кісілердің аңдағанымен, не халық деген өз ойын айтпау керек па? Шығып өзінің ойын айтса, түсіндірсе, оны билік естісе, құлағы бар жандар, естісе, көрсе, мысалы айтқан, жақсы болатын еді. Қатта қалыпқа түскен еді, көмек жетті мұны?
А что они говорят там? Они не объясняют причин, говорят какие-то учения. Какие могут быть учения в нормальный будний день и внутри, в самом таком оживленном участке города? А почему говорите, что учения? Там же просто ремонт идет же. Ну вот Малыбаев сказал, там ремонт, а вы говорите учения. А что учения? Зачем вы обманываете или вводите в заблуждение? Ну, понятно, что не пресс-служба, а зачем вы говорите, что учения? Это же не учение, это же ремонт. А вы проходите здесь или на митинг приходили? Нет, я просто прохожу. Я гражданин Казахстана, я житель Астаны, имею право проходить там. Я имею ходить право там, где я хочу. Жалобу напишите на них? Жалобу на них напишите? Или как всегда, промолчите? Нет, где-то я все равно это напишу. Алмат, видите, трашку, да? Алмат, видите, трашку? Да. Да, остановка жа выходишь, брат? Жалу стада обстановка. Что, жироватор, бля, остановка жалу стада надо. Добор вас полосать. Короче, здесь скучняк, никого нету уже, походу. Нет, туда надо. Вот и все. Нет, нет, туда я так обошла, вот туда, туда домой. Вот что мной, да? В чем проблема? Проблема в чем? Вот перерешка, вот. Дайте, хазыл жан тут, хазыл. Знаю, вижу. Что случилось? Случилось битинг. А у нас нормальон. Твою мать, блядь! Из-за вас я выслушал! Из-за вас я выслушал! Батарейка садится, если что, сейчас отключится, значит я другого телефона буду вести эфир. Да нет, я проверяла, вспышка включилась.
Боится это коронавирус.